Привет, вы на канале TOYHOUSE, и сегодня, как вы поняли, у меня на обзоре были масштабные модели полицейских автомобилей. В общем-то, это моя коллекция в масштабе 1.43. Здесь у нас представлены такие автомобили, как ГАЗЕЛЬ, как вы поняли, Форд. Транзит, вот это вот вообще шикарная просто моделька. И очень... Производители есть здесь Диагостини, Иксо, Мадемио. Ну и Карарама, конечно же, Карарама, вот эта вот шестерочка. Раньше стояла на макете у меня, сейчас ее пока убрал на полочку. Пока на макете полицейских машин не держу. Кстати, напишите в комментарии, какая модель вам понравилась больше всего. Вот такая вот редкость, семерочка ДПСная. Тоже классненькая моделька от Диагостини. Это были серия, знаете, какая, полицейские... машины мира. Если найдете, мне кажется, стоит взять вот семерку, двенашку. Мне кажется, прям суперские они модельки. Кстати, вот эта вот модельчка тоже довольно-таки интересная. Тоже из серии полицейские модели мира. Это у нас, ребята, либо польская полиция. Скорее всего, польская, если я не ошибаюсь. Ну, можете поправить меня в комментариях. Написать свое мнение в комментариях. Чья это полиция. И это у нас автомобильчик называется Трабант. Трабант лимузин 601. Ну как лимузин, то что он, наверное, как универсал, у них называется лимузин. В общем-то, здесь, видите, только две двери получается. Трехдверочка такая. Большой универсал. Ну, по детализации прям неплохой, интересный автомобильчик. Мигалочки такие аккуратненькие на крыше. Громкоговорители. Все модели у меня выполнены из металла.
кроме вот этого автобуса от Модемио, но мы знаем, что они вот выполняют в основном сейчас, делают все из пластика. Напишите свое как бы мнение в комментариях, какую еще серию вам снять, и я обязательно это сделаю. В общем-то все, вот такой видос понравился, с вас лайкос, с меня видос, всем пока и всем, конечно же, добра. Подписывайтесь, кстати, на мой телеграм-канал, там живое общение. Все, всем пока, всем добра.